Чествовали заслуженных граждан региона и в Восточном Казахстане. В Усть-Каменогорске высоких наград сегодня удостоились более 40 жителей области. Врач лучевой диагностики из Катон-Карагая Валентина Шершнева стала обладателем ордена Хурмет. Ей уже 72 года, но несмотря на пенсионный возраст, она продолжает трудиться. Три раза уходила на заслуженный отдых, но снова возвращалась в районную больницу, где работает уже полвека. Я люблю свою профессию. Когда я ушла на пенсию, я даже не думала, что я уйду. А потом не думала, что я так долго поработаю. Ну, так получилось. Я еще работаю. Есть у меня сын, работает в семье, врач-нарколог. Еще 23 человека наградили медалями Ирины Имбегэушин. Среди них сотрудница коммунального предприятия Роза Бахтиярова. В этой сфере она работает более 30 лет. И это ее первая награда. Волнительно было получать. Очень приятно, что так оценили мой труд. Горжусь. И будем стараться еще лучше работать. Заслуженных наград удостоились представители сфер здравоохранения, образования, культуры, бизнеса, транспорта, сельского хозяйства, также ветераны труда, общественные деятели. Еще четверым присвоено звание почетного гражданина области. Я родился здесь, в Восточном Казахстане. Больше 10 тысяч километров у меня пройдено пешком. Я знаю хорошо наш край, люблю его, об этом писал. И это оказалось замечено нашими людьми и нашими властями, за что сердечно благодарю. Мероприятие продолжилось праздничным концертом. Жанна Расылханова, Информбюро, Восточно-Казахстанская область.